Всем доброе утро, да. Еще утро. Обеда у нас еще нет, еще час до 12. Я сходила в магазины, постирала, повесила белье, полежала, отдохнула даже. Девчонки ушли, и сразу это... Тут Мартин рыгает, извиняюсь. На улице ветрено, с утра было прохладно, поэтому девчонкам кофточки дала. Говорю, давайте одевайтесь, чтобы не замерзнуть. Мы начинаем новый влог. Вот, я купила немного, я хочу сейчас опять пирожки сделать, потому что попросили мои домашние, говорят, сделайте нам пирожки. Вот, вчера мы ели картошку жареную с салатиком. А сегодня, говорит, у меня суп есть на обед, а пирожков нету, поэтому будем их сегодня делать. Сейчас покажу, что я взяла. Я немножко купила, но купила. И мусор я еще вынесла, сходила. Тут же я не выставляю, опять же говорю, одно и то же. Потому что кошаки, собаки все разрывают, и не хочется, чтобы это было по дороге все валялось. Спали хорошо, слава богу. Не выспалась понедельник, почему-то всегда тяжело вставать. Потом остальные недели я легко встаю. Вот сейчас. Так, ну я взяла мелкому, что-то ему плохо на улице лежит, не знаю, что с ним. Сырок взяла, котам, дрожжи, малым. И Васи взяла картошечку для пюре, чтобы сделать эти пирожки и хлебушек. Вот, так что сейчас буду делать тесто. Смотрите, я смотрю YouTube. Я какую-то программу подключила, не VPN. У меня тут лучок. Сейчас я его поджарю с это, картошки, короче. И это, тесто у меня поднимается. Так что я счастлива. Не знаю, насколько это все будет долго, но пока я рада. Всем привет. Я тут оделась, собралась, иду в паспортный. Что мне там скажут? Надо печать, не надо печать на свидетельство о рождениях гражданства России. Кому надо, кому не надо. Чтобы уже потом не переживать. Короче, у нас с утра был дождик, прохладненько. Даже у меня зелененькая кофта с длинным рукавом. И это, ну, не тепло. Вчера было теплее. Вот, девчонки тоже зонтики дала им. Малыша впустили в дом, Мурка в доме еще, а тех двоих выгнали, не замерзнут. Вот, иду на маршрутку, у меня запись на 9:30, и потом, как что скажете, я вам скажу все. Надеюсь, дождя не будет. Я обычно, вроде мне холодно, как идешь, жарко становится, просто ты же идешь, не стоишь. А на остановке стоять придется, потом будет холодно 100%. Прохладно, то есть не холодно. Вот, завтра и в поликлинику надо мне. И этот, энергетическое собрание, куча дел. Короче, у меня все недели расписано. Потом в ФЦ еще надо попасть. Короче, дел море. Вот, надеюсь, что у вас все хорошо у каждого. Я уже дома. Могу так сказать, дождь меня промочил. Я замерзла, хоть и с зонтиком, очень холодно. Купила себе капучино, выпить печеньки, но мы взяли. И это сейчас.
короче говоря, на Велю мне не надо ничего делать, а Вике мы начали делать. Везде запросы начали про наших родителей. Короче, все так сложно. Но ничего, я все написала, заявление написала, и поэтому теперь будем ждать, что мне позвонит начальница и скажет. Вот я уже в магазин сбегала и на вечер хочу блины пожарить. Сейчас я покушаю просто хлеб и достала кусочек мяса с супа. И все, и капучино попью. Вот у меня будет вот такой обед, короче, а, и печеньки шумеют. Поэтому на улице осень-осень сегодня включилась. Ну ничего, ладно, я буду греться. Так, мы что делаем, чем занимаемся? Я пеку блины. Сегодня захотела, сейчас косточки собаке дам. Веля мне делает тесто на пирог. На улице дождя уже нету. А до этого был. Вот, поэтому мы так захотели блинчики. Я купила сметанку. Не помню, говорила или нет, поэтому печем их. Вот. Вика что-то сделала из уроков. Веля еще ничего не сделала. Потому что сказала, что типа их мало. На улице уже жарко даже. Вот, как-то так у нас. Короче, сегодня день такой расслабленный в плане уроков. Я сильно много добавила. Ну, ты два стакана? Да. Просто размешивать, да и все. Так что ничего страшного. Исправишь ситуацию. Вот. Так, Викуля у нас блинчики ест. Вот. Со сметанкой. Я уже свои съела. Мартин пытается тут тоже выпросить что-то. У нас темно в комнате, поэтому такое качество видео. Всем привет! На улице сегодня солнечно. Я в очках. Сегодня прохладно. Ой, тепло, что я говорю. Вчера было прохладно. Сегодня намного теплее. Что у нас? Ничего у нас нового нету, как всегда, ночь. Хорошо прошло, поспали, отдохнули, выспались. Девчонки в школе. Надо кушать, готовить, как всегда. В поликлинику сходить мне. Чтоб к эндокринологу записали Велю. Сначала к педиатру. А педиатр должен записывать. Ко всем узким специалистам. Вот. И на родительское собрание на вечер. На 6 вечера. Так что. Бегом-бегом. Все. Я успела сегодня пропылесосить, помыть полы в зале. А на кухне не помыла полы, потому что у меня швабра поломала почему-то. Что-то треснуло. Надо новую покупать. Вот. Так что бегу. Так, я дома купила хлеб, помидорчики, огурчик, салатик, яблоки, котам и картошки. Сейчас картошку пожарю, салатик сделаю, а на вечер макароны отварим с сосисками. Вот так вот. Я передумала, сварила картошку напополам, я ее сейчас обжарю и с сосисками, и салатик. Вот, короче, у меня такой обед будет. Потому что жареную мы ели, не хочу уже жареную. Мне нравится так печка с этими штучками красивыми. Вот так вот. Я собралась в поликлинику. На улице ветер. Веля домой пришла, я ее покормила. Там рабочая. А Вика где-то со школы идет. Прохладненько. Так, я записала Веля к врачу, к эндокринологу на вторник. Идут домой. Устала, горло пересохло, болтать. Вот. Все хорошо. Все, мои дома. Вика кушает, так что все, побежала я домой. Так, я проснулась, сходила в магазин и сделала вот такие себе лаваш, колбаска и сыр. Бегом все делаю, потому что мне надо в МФЦ бежать. Так, я поела и жду такси, потому что бежать все-таки до озера это долго. А я уже набегалась в магазин. И оттуда я уже пешком приду, оттуда уже съезжу. Вот. Так что поехала я. Так, сегодня я приготовила. Я уже дома.
макарошки, это у меня эти грибочки, они такие темные на камере, на самом деле нет. Котлетки приготовила, уже начала просто кушать, и помидорчики. Вика с Велей, то есть Вика делала уроки, Веля тоже делает еще. Я там постирала, на улице уже прохладненько, сейчас пойдем все на свежий воздух. А мы тут на улице сидим, девчонки отдыхают от уроков на свежем воздухе, пытаются в мячик играть, детей на улице нету, кроме моих. Вот. Девчонки одеты, да, я по футболке, но прохладненько. Вот. Сейчас покажу вам. Вот, девчонки мои. Тучек таких вот сильных нету. Сейчас они играть будут в волейбол, типа. А потом зайдем, да, учим уроки. Вот. Еще зелень. Где-то самолет летит. Всем привет! Я начинаю день после обеда, уже почти скоро вечер. Мы с Викой и с папой съездили в гипер, купили продукты. Сейчас я вам быстро их покажу. Так, сыр, яйцо, соль, семечки, редиска, селедка, йогурт, сухари, колбаску. Девчонки такие йогурт брали. Махеев, икра, мыло, такие два сыра, вот еще один, грибы и масло шоколадное, две рыбки, майонез, печенье, фарш, тут колбаски, чай, морковь, там мы что еще, масло такое взяли, сосиски, вот тут мы взяли две курицы, картошки, это, капуста, черный хлеб и это... А, вот, фэри взяли попить, и тоник взяли для лица. И я. И Вели. Я. Вот, и Вика. Вышло нам все где-то на 6 тысяч ровно. Вот, все, пошли мы папу закатывать, он был на улице. Всем доброе утро. Хотела... Можешь остановить на секунду? Хотела вчера выложить видео, но мы ждали гостей, мы их так и не дождались в гости, поэтому... Сегодня я закончу и выложу, что есть влог какой. Мы вчера и убирались, и готовили кушать, но больше готовили кушать. Вот, сегодня мы, Веля, она со мной все борщик готовит. Да, мы сначала с ней поругались, но, говорю, уже все. Надо такие мелкие вещи она приготовит, а больше мы еще не учились с ней. Вот, я ей что смогла, помогла, натерла. Она что-то свое нарезала, поэтому делаем это. На улице ветерочек. Вот, на улице у нас и ветерочек. И сейчас уже потеплее, а ночью прям холодно. Если гости сегодня к нам не доедут, мы клеим сегодня обои. Если доедут, то мы это завтра будем делать. Да, поэтому... Потому что, когда в среду у нас приезжает кресло, а и мама в гости с папой. Короче, так что вот такие у нас дела. Так, вот Велечка. Капусту ем. Она обжаривает. Сейчас она будет все это. Свеклу. Тут у меня курочка, картошечка, вот свекла, уксус и это. И капуста. Вот сейчас это все уберем, выкинем. Так, девчонки мои кушают. Борщик велен. Мой. Мой. Вот. На улице ветрено, белье у меня там сохнет. Приходите ко мне, пробуйте борщик. А теперь радуется. Не жадная я. Угу. Сейчас мы это уроки поделаем. Если никто нам не скажет, что к нам еду, значит, пойдем обои клеить. Уроки сделаем. Вот, белье можно уже снимать. Я борщ тоже попробовала, очень вкусненький. И сейчас это, с вами уже попрощаюсь и буду выкладывать видео. Что так давно, вчера должна была все это сделать, но не получилось. Прям завтра идите ко мне на борщ. Вот. Каждому по ложке хватит. Все, всем пока.